Дерево Советский Союз. Мы плавим твои корни. Ты не будешь расти в Америке. Ты дерево не будешь расти в Америке. Советский Союз, дерево. С каждой сенчери мы плавим твои корни, твои фрукты, твои бренчес, твои стволы, ветви. Твои ветви. Мы плавим. Ты не будешь расти в Америке. Это приказ и команда. Это приказ и команда. Уезжай обратно в Россию. Мы плавим. Большие миллиарды градусов от лава плавит. Это Советский Союз, дерево. И также всех змеев, которые там находятся, на этом дереве. Все стволы, все корни за все тысячелетия обрезаем. И стволы, и ветви. Мы плавим на миллиардов градусов в хатлаве. Хатлава – это озеро огненное. Солнечные градусы. Такое миллиарда столько градусов. Это приказ и команда. Это приказ и команда. Каждую секунду миллиардов. Миллион лет. Да. И говорим, судьба Русского Союза. Советский Союз, уезжай. Уезжай обратно в Россию. Дерево. Команда и приказ, вернись обратно в Россию. Дракон русский, уезжай. 800 миллиардов головый дракон. Мы миллиарды голов, большой самый ангел. Мы тебе отдаем приказ, обрезает головы этого дракона. Миллиардов лет каждую секунду. Обрезает. Миллиардов лет каждую секунду. И все это драконское тело, там когти, потом глаза, все вылетели у дракона, напополам дракона обрезали. Нам, это значит, ангел бросил этого дракона в блендер, превратил в порошок и бросил в озеро огненное. И превратился этот дракон еще в порошок. Это команда и приказ на миллиардов лет. Это закон и приказ будет повторяться на миллиардов лет.